Привет всем! Это канал JPlay, и это «Сломанный меч. Тень тамплиеров». И мы продолжаем. Я так давно сюда не заходила, что ничего не помню. Я где-то себе записывала, что мы должны сделать в следующей серии, но я уже потеряла этот листик, прикиньте. Просто реально, я записала себе специально, чтобы, ну, помнить, что надо делать, но я не ожидала, что я буду записывать с таким расстоянием. Ладно, давайте, короче, листика я не нашла. По-моему, мы вернулись из Ирландии, мы были в квартире Нико, и нам теперь нужно зайти в музей, потому что там будет, археолог, не археолог, профессор, да, точно, профессор. Если на французский манер. И здесь никого нет, поэтому мы зря... А, не, вот стоит! Черт такой, притаился! Смотри на него! Еле на... не подберешь, не найдешь. Ты посмотри. Добрый вечер! Это был узколицый бледный парень, с сомнительным вкусом, нелепо одетый. Так моя мама раньше одевалась. Твоя мама одевалась, как французский профессор? Серьезно? Джордж, блин. А, ну, кстати, вполне возможно, как бы, смотрите, у него такой вид. Ну, а чё, брючки, жилетик, как бы, вполне возможно. А, ну, типа, может быть, это даже не оскорбление вкуса стиля мамы Джордж. Простите, вы Андре Лобино? Лобино? Да, это я. Хотите взять автограф? Нет, мне сказали, что вы можете мне помочь. Помочь? Меня зовут Джордж Стобер. Я хотел бы обратиться к вам как к профессионалу. Ну, окей, валяйте. Можем у него спросить про вот это Монфассон, да, если я... Слово Монфассон вам о чем-нибудь говорит? Конечно! Это было самое ужасное зрелище в Париже, вплоть до самой революции. Общественный туалет? Монфассон – место казни многих тысяч людей. И, Джордж, ты, как всегда, со своим американским юмором, черный храм смерти, арки, ряд за рядом, и каждый обрамляет ужасную картину. А, вот о чем. Сотни гниющих трупов со скрипом качаются на веревках, пока вороны рвут их плоть. Это объясняет, это откуда на картинке повешенный. Я нашел упоминание о Монфассоне в Ирландии, в деревне под названием Локмарн. Локмарн? Это там, где копал Пиграм. Точно. Он покинул раскопки перед моим приездом. Так, этот знает про Пиграм. Ну, естественно, они оба профессора, они наверняка в одних кругах общаются. И даже если никогда не встречались, то друг о друге наверняка наслышаны. Вы хорошо знаете Пиграма? Не очень. Встречались на одной конференции. Я бы с удовольствием поговорил с ним как следует, но у меня не было времени. Когда это было? О, летом. В июле, я думаю. А у нас сейчас осень. Во второй неделе июля? Возможно. Да, так и было. Прямо перед днем взятия Бастилии. Значит, Пиграм был в Париже в то же время, что и другие жертвы. Пардон? Пардон? Жертвы чего? А ничего, мысли вслух. Не надо ему лишнего рассказывать-то, подожди. Это всего лишь профессор. Сейчас, может, ему тоже угрожает опасность нашему Андре? Да мне кажется, Пиграма уже убили. Где находился Монфассон? На северо-востоке, возле канала Сен-Мартен. Но теперь там ничего нет. Старые виселицы разрушили во время революции. Ага. Ну давайте что, будем ему рассказывать про... А, кстати, камень мы с собой носим, можем ему показать? Этот камень нужно поставить на этот треножник, между прочим. Давай, ладно, покажем ему свиток. Я бы хотел узнать ваше мнение о средневековом манускрипте. Ромео? Он с вами? Нет, он слишком ветхий, и к тому же есть некие люди, которые не остановятся ни перед чем, чтобы его заполучить. Интригующе. У вас есть копия текста? Там его не так много, всего несколько латинских фраз. Я надеялся, что вы поможете расшифровать иллюстрации. Не видев рукописи? Хороша задачка. Просто скажите мне, о чем вам говорит изображение двух мужчин, сидящих на одной лошади? Орден тамплиеров. Такая печать тамплиеров есть на этом манускрипте? Я хочу увидеть его сам. Ты посмотри, что хочет он его увидеть сам. Подожди, попридержи коней, я не знаю, на чьей ты стороне пока что. Хоть тебя и посоветовал нам Нико. Можете рассказать мне о рыцарях Романовиках? Конечно могу, Джорджи. Воины, дипломаты, наемники, банкиры. Выбирайте любое, и это будет тамплиер. Самая лучшая армия в христианском мире. Воинство Христово. Ничего себе.
Это все, что ты можешь мне сказать? А, понятно, это мне передышка. Этот ходит туда, как акула, маячит туда-сюда. Ой, тут кто-то обнимается, кстати. Может, мы это уже видели в прошлый раз, я уже забыла. Откуда тамплиеры взяли свое название? От здания, где была их штаб-квартира. Король Иерусалима подарил им часть мечети на храмовой дороге, горе. Говорили, что на этом месте раньше располагался первый храм Соломона. Орден стал известен как рыцари-храмовники, а позже как рыцари-тамплиеры. Вы кладете знания, Андре. Не то, что вот этот... Рад был помочь, Джорджи. Не то, что как вот этот вот охранник ходит, наплел нам 3 короба, не пойми чего. Он его называет Джорджи. Это очень опасное имя для всяких мальчиков, потому что Джорджи... Сейчас придет какой-нибудь Пеннивайз, и хана Джорджи. А как получилось, что тамплиеры стали так богаты? Ой, я рассказывала это. В их ряды непрекращающимся потоком вливались новые члены, многие из благородных семей. От них требовалось принести священную клятву бедности, целомудрия и послушания. Так что их деньги, имущество и земли вручались ордену. Я говорю, да. Скоро владения тамплиеров появились во Франции, Шотландии, Англии, Испании. Фактически по всей Европе. Нищенствующие рыцари Христа стали самой богатой организацией христианского мира. Да, все так и было. А по-моему, я вам говорила. Я должна была вам сказать. Я не могу, этот голубь так зырит на нас, просто отвратительно. Он меня бесит. Он, знаете, на что похож? Вот этот тотем. Короче, мы играли с вами в Эйс Авентуру, там похожий тотем был. Ну, не такой, конечно, но мне кажется, там такие же упоротые морды были. Короче, кто не смотрел, посмотрите, да. Это правда, что сокровища рыцарей-тамплиеров так и не были найдены? Ну, не все. А, кто знает? О том, что произошло на самом деле, известно так мало. А если известна истина, так и не стала достоянием широкой публики. Что вы хотите сказать? Тамплиеры перешли в область мифологии, как Артур. Король бритов, Артур, супер. Даже сейчас есть люди, которые утверждают, что тамплиеры по-прежнему существуют. Думаете, это возможно? Ну, потомки-то остались. Нет, ни на минуту не поверю. Да пошел ты в жопу, мы нашли манускрипт. Раз манускрипт был, то они существовали. Потомки-то по-любому остались. Нет, там, конечно, казнили всех тамплиеров, но по-любому кто-то досбежал. Всех не указнишь, там столько людей было, ты попробуй, найди их всех. Сбежал кто-то полюбас. Детей там в корытах отправил через реку. Так, что про Нико мы можем говорить? А что про... Давай покажем ему вот это все. Нет, давай про Нико сначала спросим. За манускриптом присматривает один мой друг. В Париже? Ага. Вообще-то это недалеко отсюда. Тогда просто дайте мне адрес, и я зайду и посмотрю, еще что тебе дать. Я не уверен. Может, мне стоит спросить у нее сначала? А, это подруга? Да, это женщина. Возможно, у меня воображение разыгралось, но я заметил в его глазах хищный блеск. Так, ну-ка катись обратно. Внезапно этот добродушный историк превратился в страшного серого волка. Откати свои, слышь, корыто обратно. Это мое, чресло свои запрячь обратно, слышь. Смотри, тут пришел такой. Тот человек, у которого манускрипт. Ауи, безымянная подруга. Она живет на Рюжаре 61. Так, 25. Или так. Я хорошо знаю это место. Я зайду как-то... Че ты его знаешь-то? Схрена ты его знаешь-то, алло? Так, ну да, все, давайте пока. Взгляните на этот нос, Лобино. Он мне совершенно не интересен, Джорджи. Мне кажется, он нас стебет, называя нас Джорджи. Нас никто не называет Джорджи, слышь ты, лось в очках. Человек на этой фотографии не кажется вам знакомым? Нет. Что можете сказать об этом? Это самый большой драгоценный камень из всех, что я видел. Где вы его взяли? У посыльного профессора Пиграма. Пиграм нашел это в раскопе? Ага, на том месте, где это нашли, раньше был тамплиерский замок. Думаете, это может быть частью сокровищ тамплиеров? О, я бы так не сказал. Почему? Да это вот сюда встать должно, я вам говорю, я вам отвечаю, надо забрать треножник, давай ему расскажем об этом. Хотя нет, он может быть за плохих. Этот пропуск вам о чем-нибудь говорит? Ни о чем. Ну и что можешь сказать об этом инструменте? Интересно, откуда вы его взяли? Тебе какое дело? Из раскопанной ямы в Париже.
А я не знал, что в городе ведутся раскопки. Ты, блин, кроме своих раскопок, других раскопок не в курсе, да? Только вот эти свои всякие исторические, археологические. Эта упаковка спичек вам чем-то будет? Я задолбался, сейчас нужно читать. Аламут, так называют... Что? Место, где основали хашашины. Где-то в тех местах, где прежде располагалась Персия. Боюсь, я в современной географии не очень. Персия, это же где... Это же... Это... Самый поздний из моих карт Америка обозначен как английская... У тебя карта, знаешь, какой давности? Там уже континенты сместились даже со своей орбиты. Персия, блин, да? Не, я загуглю, я за Яндекслю, за Гугляндексю. Подождите, Персия, это не... И где Ирак? Нет, наверное, нет. Персия. Персия, вот сейчас мы введем, посмотрим. Персия. Иран, да, все правильно. О, типа, в Иране. О, прекрасно. Точно? Да, точно. На берегу Персидского залива. Южный Иран, все правильно. Так, а значит, смотри. Ты расскажешь? Sure, вы уверены, что не знаете, где находится Аламут? Абсолютно. Так Иран тебе скажет... А, еще в Иран поедем, прикиньте, сейчас. Только туда не хватало заметить. Вы узнаете этот белый порошок, Андре? Нет. Так поосторожнее с белым порошком. Сейчас еще кто-нибудь подумает, что мы не тот белый порошок, который мы показываем. Я хотела бы пожать вам руку, Андре. Не сейчас, Джордж. Мне кажется, они палят. Мне кажется, они все догадываются, что у нас в руке как бы что-то лежит. Потому что, ну, он так навязчиво говорит. Я бы хотел пожать вам руку. А не хотите пожать мне руку? А можно я пожму вашу руку? А давайте пожмем руку. Ну, пожалуйста, пожмите мне руку. Ну, подозрительно же, верно? Согласитесь? Так, ну и, наконец, наш любимый последний грязный платок. Что вы можете сказать об этом платке? Ничего. Это самое безобидное. Обычно нас посылают... Обращайтесь. Спасибо. Я устала тебя читать. И вас обоих. Вообще, кошмар. Я совершенно забыла, что здесь так много надо читать. Я была не готова к такому. Я думала, я сейчас посижу, как бы квестик повтыкаю что-нибудь. А здесь перевода-то нету. Блин, если был перевод, было бы получше. Я просто комментировала бы, и все. А тут мне приходится делать двойную работу. Но не читать нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Как бы просили читать с самого начала. Поэтому придется читать. Вот. Так, хорошо, пошли. А, не очень понимаю, куда нам теперь. Это не недоступно. Монфасон. А, нам надо в Монфасон. Я вспомнила, я хотела в полицейский участок. Давайте зайдем в полицейский участок, потом пойдем в Монфасон. Так, а что мы в полицейском участке хотим сделать? Не помню. Ну, давайте зайдем, спросим. Что-то я вспомнила, что я хотела что-то сделать в полицейском участке. Давайте посмотрим, что у нас открылось. Может быть, у нас что-то новое открылось. Блин, язык заплетается уже. Долго? Простите. Ну что теперь? Оу. Ну вот, смотрите. Вы слышали о человеке по имени Марке? Да, его называли Монмартским кротом. Я слышал, что он угодил в больницу. Наверняка работа конкурента. Оу. Чего, в больницу? Вот это ничего себе. А в какую больницу забрали Марке? Клиника Хагенмайера, авеню де Херрис. Так. А почему Марке называли Монмартским кротом? Потому что он жил на Монмартре, я полагаю. Да, но почему кротом? Не знаю, возможно, он портил людям лужайки. Зашибись, ты логичен. Ты просто... Это же муда. Блин, забыла их имена, вы прикиньте. Я не заходила, наверное, 2 недели сюда. Это вообще просто. Почему не заходил сюда 2 недели? Вообще, у нас выходили серии по выходным. И как бы я планировала, что мы так и будем по выходным. Но, короче, как вы могли видеть, там выходили всякие скорны, чанты и прочее всякое. Такая подобная вещь. И как бы пока они не вышли, Монмартр. Ой, Монмартр, Монфасон. Монмартр, Монфасон. Еще одно кафе. Ой, смотрите, здесь зонтики другие. Кафе. Типичное парижское открытое кафе. Последнее такое кафе, где я был, взлетело на воздух. Я решил, что мне хорошо там, где я есть. Тут какой-то мужчина сидит. Я однажды читал список профессий с низким уровнем стресса. Работа в полиции там не упоминалась. Видимо, этот малый читал другой список. Сидит, кофеек пьет спокойно себе. Я тоже хочу так работать. Судя по форме, просто он, возможно, на службе. Хотя, возможно, и нет. Может быть, он в отпуске. Или вообще, судя по седине, он, возможно, на пенсии. И он просто сидит, надел свою форму. Это же форма... Да это не полиция. Мне кажется, это
Хотя, блин, хрен знает, какая у них там форма полиции. Может быть, и полицейская форма. Но вообще, мне кажется, эта форма больше такая, как военная, ну, вот, которую они парадную надевают. Хрен его знает. Все надевают парадную форму. Ой, какой дракоша, смотрите. Me, простите, офицер. Это все-таки офицер. И чем я могу вам помочь? Опачки. Ну, я думаю, что нам не стоит показывать ему вот это все. Это просто вот как бы, ну, почитать, послушать, поржать. Но, блин, мне кажется, мы уже достаточно поржали над тупыми вопросами Джорджа. Не надо делать его еще более тупым, потому что делаем его тупым мы вот этими вопросами, расспросами. Давайте просто будем вот спрашивать то, что здесь внизу. Что вы знаете о рыцарях-тамплиерах? Ля Тамплиерс! Только то, что их отлучили от церкви в 1312 году и вешали десятками прямо на этой площади. Господи, чему только не учат в Академии полицейской в наше время. Не, месье, я это прочитала на доске вон там. Зашибись. Молодец, умница. 5 баллов, садись. Разве вам не следует быть где-то еще, регулировать движение или что-то? Вы видели парижское движение? Ха? Да, и что? Я могу регулировать движение, опаснее которого только римское. А могу сидеть здесь, наслаждаясь солнцем, архитектурой и этим плохоньким савиньоном. Вы бы что выбрали? Но я не полицейский. А как же чувство долга? Прекрасный вопрос, мсье. Действительно. И правда. Ладно, еще увидимся. Oui, monsieur, я буду здесь весь день, никуда не уйду с этого места, прохлаждаться буду. Так, чашку у тебя можно подрезать? Как это? Нет, нельзя. А то мы уже так подрезали в этом, в Ирланд... Ты что встал-то? Ты что не при... О, Джордж, наш люк, мы любим люки. Давай. Мы сейчас проберемся куда-то в подземелье опять, в очередной каком... Я не мог открыть его голыми руками. Смотрите, какие тут вещи. Там не было воды, которая могла бы играть, струиться за плесневелые листья, набившиеся в фонтан, ее почему-то не заменяли. Так осень же, кто же осенью фонтан? В углу площади стоял затейливый фонтан. Чтобы посмотреть, как он работает, надо было приезжать сюда летом. Мы опоздали, Джордж. Мы с тобой опоздали. Надо было в июле приезжать, застали бы самую заваруху. Ты скажешь мне что-нибудь? Нет, он говорит... Короче, он на правую кнопку мыши говорит. Архитектурный отзвук некогда стоявших здесь виселиц. А, типа, вот здесь прям вешали, прям вот на этих, да? Ну, видимо, да. Жестко. Ступени вели к средневековой церкви. Ты пойдешь туда? А почему ты идешь туда? Я хотела люк за... Подожди, дай сначала люк трону. Возможно, у нас ничего не получится. Может быть, сейчас что-то произойдет? Давай. Так. Эй! Вы там! Вы это что такое делаете? Оставьте люк в покое! Быстро! Понятно. Я же сказала, что это произойдет обязательно. Не так все просто. Простите, я ничего плохого не хотел. Держитесь от него подальше. С ума можно сойти. А почему вот эта штука и вот этот проход одинаковые? Я, может, неправильно нажала? Ну-ка, дай нажму еще раз. Нет, это то же самое. Он продолжает идти туда. Странно. Ладно. Давайте все осмотрим. Тут, короче, саркофаг лежит. Саркофаг. Статуи стоят. Так, и еще саркофаг. Здесь, кстати, вот этот неактивен. Здесь что-то есть. Вот там можно что-то посмотреть. Иди быстрее. Ты можешь побыстрее топать? Блин, такое расстояние преодолеть, нам надо все это смотреть. И главное, тишина. Где всякие музыки и прочее? Вот это все на заднем фоне, то, что должно быть. Ага. Надгробие рыцаря. Его мраморное подобие застыло навсегда. И что? С молитвой ждать судного дня. Ясно. Там тоже что-то есть? А вот эта плита наверху нет. Давай вот здесь. Так, это какие-то загадки, да, сейчас будут? Типа как в Коде да Винчи. Рыцарь рядом со своими товарищами. А где товарищи? А, вот здесь вот на полу, да? Блин, это реально как в Коде да Винчи. На краю плиты выгравированы ссылки на Библию, чтобы указать ему путь в мире ином. Я так думаю, да? Ином? Да. Вот еще лежит.
Там тоже на полу лежали. На полу церкви лежал каменный... Кто, рыцарь, ты сказал? Да, рыцарь. Только подумать, что там внизу мертвец. Так это, возможно, не мертвец. Это в Коде да Винчи там сказали, что там вообще это не могила, а лишь как статуи, типа, ну, наподобие каменных изваяний, что это вообще не могила. Так что, возможно, здесь тоже. Может, Код да Винчи, кстати, с этого списали? На полу церкви лежал каменный рыцарь, второй в ряду из четырех. Это просто как бы, когда он, Дэн Браун, написал «Код да Винчи», фильм-то сняли в четвертом году, а когда он написал книгу, до вот этого или нет? Ну, хотя, блин, все, что связано с тамплиерами, все в одном стиле можно снять, наснять, в принципе, как бы ничего нового не придумать. Меня удивило, что Филипп красиво не тронул этого места. Ну, может быть, не знаю, не могу объяснить причин. Может быть, как бы не рискнул, все-таки как-никак эта церковь, там все дела, чтобы сожгли. Таскать на себе эти латы должно быть тяжело, да. Кстати, вот эти вот, они же реально тяжелые, там вообще, чтобы рыцаря облачить в латы, нужно вообще было чуть ли не два подручных человека, и, короче, его сажали туда, и он из них не мог даже вылезти, чтобы сходить в туалет. Каменный рыцарь лежал в полном каменном доспехе, устремив пустые глаза в потолок. Ясно. А вот здесь... Тут, кстати, смотрите, тут тоже четыре человека. Каменный рыцарь лежал последним в четвертом ряду. Интересно, в бою умер этот рыцарь или нет? Я тебе говорю, тут, возможно, нет тел. Это что? Статуя, кстати, смотрите. Огромное окно. В смысле окно? Тут три чела с... Это точно тамплиер. Вот смотрите, видите, у них... Орден, знак на гербе. Тут четыре чела. Смотрите, на полу четыре чела, и вот здесь четыре чела. И, кстати, вот это окно отличается от этих двух. Эти простое, а это витражное. Я не вспомнил этого библейского сказания. Я рано бросил воскресную школу. Какого сказания? Ты где-то тут увидел сказание? Гигантское окно с витражом потрясающе смотрелось между двумя своими соседями. Блин, реально, представляете, какое это величие, насколько вот это вот все... созданное в те года-то. Сейчас они ничего даже не могут ничего сказать. А, это то же самое? Там какая-то коробка для пожертвования, нет? Вот это вот фиолетовое. Ну ладно. Так, остался вот этот вот чел. Я так понимаю, мы здесь ничего сделать не можем, да? Статуя рыцаря с посохом и свитком в руках. И? Если у статуи и были какие-то секреты, она таила их очень хорошо. Опа! Что-то нашли. А здесь это что-то другое или то же самое? Сейчас к окну пойдет, да? По-любому к окну пойдет, блин. Почему-то окно смотрелось более новым, чем соседнее окно. Так, возможно, их заменили, вставили. А если там часть картины была нарисована, чтобы что-то открыть? Блин, вот это вот, как всегда, беда. У кого-то должны быть какие-то зарисовки, значит. По-любому. Так, ну почему-то я нажимала на верхушку вот этой палки... А мне подсунули тут вот что-то есть. А мне подсунули, блин, окно. Это то же самое, как там. Я нажимала на этих чуваков, а мне подсунули тоже окно. Что? Ты, может, озвучишь? Кусочек витража. Ого! Ого, смотрите, какой. Надеяться на озарение, глядя в дырку на статуе. Это увеличительное стекло, да? Было слишком оптимистично, я полагаю. А еще раз? Ну, он не хочет это переводить нам, хотя он знает латынь, а мы нет. Это то же самое, короче. И чё, ты молодец такой, конечно. Я предполагаю, что нам сюда рано. Я думаю, что нам сюда еще не было времени рассиживаться. Я думаю, что мы сюда еще вернемся, когда что-то доделаем, что-то сделаем, что-то возьмем. Нам явно что-то нужно еще. Какая-нибудь труба еще подзорная, дополнительная. Какие-нибудь очки, вот это вот, как в этих всяких сокровищах, книга «Сокровища наций». Да. Короче, в общем, нам еще что-то нужно. Поэтому давайте мы здесь не будем задерживаться. А этот чел нам еще что-нибудь скажет? Мы, кстати, как его зовут? Он представился нам или нет? Давайте спросим у него что-нибудь и пойдем. Снова здравствуйте, офицер. Снова здравствуйте, месье. Нет, он нам ничего больше не скажет. Блин, может быть... Ну-ка дай.
Рисунок похож на ближневосточный. А в остальном кто знает? Ну, в общем-то, в принципе, да. Ладно, выходим. Ладно, еще увидимся. Oui, monsieur, я буду... Да, мы все слышали. Окей. И куда нам? Больница появилась. Ага. Сколько время? Так, время. Времени уже в обрез. Давайте съездим к Нико, поговорим с ней и отправимся в больницу. Hi, Nico. Привет, Нико. What are you thundering? Что это ты такой радостный? Эта осень не устает меня радовать. Опа, на диван уселся. По-хозяйски. Не могу понять, почему. Потому что сержант Му дал мне новую зацепку. Человек, который должен был забрать камень, Жак Марке. Ты его нашел? Он в больнице, тут, в Париже. Думаю, это работа убийцы. Он не хотел, чтобы... Чё? Важно, что... Ты собираешься поговорить с Марке? А что мне терять? Много чего. Собаки! Я не успела прочитать. Ты узнал еще что-нибудь о тамплиерах? Да. Человек, принесший им гибель, Филипп Красивый, ну это мы и так знали, король Франции, известный также как Филипп Лабель. Так вот, он известен в истории как Филипп Красивый, но я сомневаюсь, что тамплиеры называли его так. Уверена, Андре расскажет тебе о нем все. Опять Андре твой. Он, кстати, хочет это, короче, прийти на манускрипт взглянуть. А что ты ей не сказала этого? Да, до встречи. Вы слышали, с каким она придыханием это сказала? Да, смотрите, появилась. Что вы можете рассказать мне о Филиппе Красивом? Он несет ответственность за уничтожение рыцарей тамплиеров. Это я знаю. Но почему Филипп так рвался избавиться от них? Он сделал прежде всего потому, что хотел наложить руку на их богатство. У него были страшные долги, бесконечная война с Англией, на которую нужны были деньги. Проблема была в том, что тамплиеры были очень уважаемым монашеским орденом. Поэтому он обвинил их в еретицизме. Если тамплиеры были столь могущественными, как этот Филипп сумел их изничтожить? Интригами и подлостью, разумеется. Папой был Климент V, француз. Француз? Ага, удобно для Филиппа. О случайности тут речи не шло. Он был марионеткой Филиппа, ставленником, воплощавшим его политические амбиции. Филипп хотел получить богатство тамплиеров и использовал для этого Климента. Так. Продолжай. Каков был план Филиппа? Что произошло? По всей Франции были разосланы запечатанные приказы. Их нельзя было открывать до назначенного дня. Этим днем стала пятница, 13 июля. Отсюда берет свое начало наш предрассудок в отношении этого дня. На рассвете по всей Франции прошли аресты тамплиеров. Это была самая большая волна арестов в истории. Что случилось с тамплиерами после ареста? Филипп жаждал крови, поэтому он передал тамплиеров в руки инквизиции. Неудивительно, они признались в массе мерзких, святотатственных преступлений, да, конечно. Например, ну, в таких вещах, о которых пишут в грязных газетках. Поклонение дьяволу, потворство похоти, плевки на распятие, все в этом роде. Да, их адвокатам, наверное, пришлось попотеть. Правды были эти обвинения или нет, для их репутации это было не очень хорошо. По большей части обвинения, скорее всего, были состряпаны, но то же самое сделали и с тамплиерами. Буквально сотни их были признаны виновными в ереси и поджарены на костре. Они умирали, крича о своей невиновности. Собственно, как и ведьмы в свое время, ну точнее, женщины, которых обвинили, и мужчины, которых обвинили в ведьмовстве. Инквизиция — это просто... Это, мне кажется, ну, как бы хуже даже... Ну, что есть хуже на Земле? Что было, вернее, по историческим таким меркам. Просто, ну, и самое ужасное это то, что все это прикрывалось деяниями святой церкви во имя святых и всего такого. Вот это самое просто отвратительное, конечно. Но ведь у Филиппа наверняка не было никаких доказательств, виновности, а нахрена они ему были нужны? Под пыткой человек признает что угодно. Инквизиция сфабриковала нелепого демона по имени Бафомет.
А затем сообщил своим жертвам, что именно ему они поклоняются. Но они не обязаны были соглашаться. В летописях говорится о тамплиере, который появился на суде без ступней. Их сожгли, а с обрубков сыпались куски мяса и обгорелых костей. В чем бы вы не сознались, что прекратить такие мучения? Значит, в обвинениях насчет Бафомета не было ни слова правды? Ни капли. Почти все жертвы описывали идола по-разному. Нет, Бафомет существовал только в больном воображении инквизиторов. Но у них была дана, как бы, установка, да? Пытать до тех пор, пока не сознаются. Кто не сознался, того... Да пытать так, чтобы не сдох. Ну, что, вернее, чтобы сдох. Собственно, абсолютно инквизиция, как бы, что с ведьмами, что с тамплиерами, одинаково работала. Просто лютые твари. Так значит, Филипп сумел украсть богатство тамплиеров, да? О, нет! Они были отнюдь не глупы. Войска короля сначала заняли обители тамплиеров в Париже, а потом вошли в их порт приписки Ла-Рошель. Нигде не было ни следа сокровищ, а флот тамплиеров успел выйти в море. Я вам говорю, кто-то мог выжить. Все? А, все. Блин, вы просто представляете, насколько... Вот как... Спасибо за помощь, Андрей. Обращайтесь. Насколько просто, вы только представьте, как он лажанул. Он их, значит, всех обвинил, казнил, а денег не получил. Просто это как будто, знаете, своего рода карма такая, типа, хрен тебе, мудень. Это просто вообще шедевр. Не, конечно, может, он что-то нашел, но как бы самые такие основные сокровища запрятали, попрятали только так. Вот это, конечно, хорошо они сделали. А чё, ну и правильно. Хрен. Пусть сокровища лучше сгниют, чем достанутся этому утырку. Так, и чё, какие у нас данные? Монфасон, музей, Рюжари. Ну, больница остается, да? Сколько по времени? Блин, по времени уже все. Давайте дойдем до больницы и остановимся тогда. 10 Тенес Эдру. Старинное здание сумело сохранить часть своего первоначального великолепия. Эти новомодные дополнения выглядели как бейсболка на статуе средневекового святого. Средневекового святого, наверное. Ого, вот это больница. А что за клетка? Почему у вас больница клетка? Извините, пожалуйста. Позвольте узнать, почему у вас клетка в больнице? Скорая помощь. Такая яркая скорая, явно новенькая, только что из покраски, с печати. Берясь за ручку, я чувствовал себя немного виноватым, словно собирался ограбить могилу. Я взялся за ручку, не в силах унять дрожь в руке, и потянул. Дверь была заперта. Вокруг не было никого, похожего на врачей скорой помощи. Джордж, иди сюда, встань, и мы остановимся, и в следующей серии отправимся. У нас, как обычно, серия получилась разговор. Ну а что поделать, тут реально все на разговорах основано почти. Ну, большая часть основана на разговорах, а не на действиях. В больницу мы отправимся в следующей серии. Если понравилось, ставьте лайки, если не понравилось, то просто проходите мимо, у нас сегодня был очередной урок истории, вот, а в общем-то в описании под видео будут всякие ссылки на предыдущие серии, а также на всякие разные группы аккаунтов, в которых ничего нет, а на этом все, продолжение следует.